Компания «Мэйтан» – это крупная российская косметическая компания. В 2013 году компания отмечает свой первый крупный юбилей – 10 лет. За эти годы «Мэйтан» завоевала уважение и любовь многих. Компания, продвигающая продукт через сеть консультантов, основана на Алтае. Не зря компанию всегда говорят, что вот она с Сибири, с Алтая. Она искренняя, там она настоящая. Она отличается людьми, наверное, какой-то надежностью, искренностью в отношениях. Поэтому люди, которые пришли там уже 10 лет почти назад, они закрепляются в компании. Есть те, которые приходят сейчас, и это наши люди. Все время со мной моя компания «Мэйтан». Она меня поддерживает финансово, морально. Это стиль жизни, это очень интересный бизнес, это общение. Мы в семье обдумывали это очень скрупулезно, тщательно. Мой муж поддержал меня. И мы открыли собственный офис. Это первый мой бизнес, и для меня это дело всей моей жизни. И теперь моя жизнь начинает меняться. Искусно соединяя древние секреты утонченного Востока с современными мировыми разработками и технологиями, «Мэйтан» создал прочный фундамент для построения бизнеса своих партнеров, которые представляют сегодня многие крупные и мелкие города, разные страны. Компания «Мэйтан» предлагает более 500 позиций эффективной косметики, средств гигиены и лечебно-оздоровительной продукции, произведенной на современных заводах Китая и Таиланда. Наша компания, наверное, это компания для тех, кто хочет чего-то в жизни добиться, которых не хочет жить плохо, которых хочет жить хорошо. «Мэйтан» – это современный вид бизнеса. На протяжении 10 лет растут и меняются консультанты компании, становясь настоящими предпринимателями, бизнесменами и бизнес-леди. Красивыми, яркими, уверенными в себе и своем будущем, будущем своих детей и внуков. Потому что их будущее зависит только от них самих и от того, насколько своего времени и сил они вкладывают в развитие собственного бизнеса. Просто не проходит дня без компании «Мэйтан». Я встречаюсь с людьми, я провожу школы, тренинги. Которые хотят обрести финансовую свободу, которые хотят найти эмоции, которые хотят найти друзей, которые хотят просто быть счастливыми, улыбающимися людьми. А интересно для молодежи в том, что можно научиться многому. Научиться разговаривать, научиться общению с людьми, научиться своеобразно бизнесу. И тогда задумалась о построении структуры. И я получаю от этого колоссальное удовольствие, просто потому что я нашла себя. Начало 2013 года ознаменовалось значимым событием для компании и ее партнеров – введением обновленного маркетинг-плана. В нашей компании были введены 10 потрясающих изменений, касающихся, вот опять же, консультантов в разных абсолютно статусах. Кто занимается продажами, кто занимается построением структуры, консультанты в лидерских и нелидерских статусах. Для всех каждый здесь найдет сейчас свое место. А если человек влюблен в нашу косметику, влюблен в наш продукт, да для него в маркетинг-плане есть замечательный контракт постоянного клиента. Пожалуйста, мы рады видеть в офисе постоянных клиентов, и они будут всегда потреблять нашу продукцию. Мы ждали маркетинг-плана. Ввели новый статус, очень интересный, бизнес-менеджер. Бонус практически в два раза будет увеличен на маленьких даже статусах. Но настолько приятно, настолько здорово все было. Сейчас намного интереснее мотивировать новичков, так как на небольших статусах есть реальная возможность заработать деньги. И только сейчас все начинается. С введенным, обновленным маркетинг-планом вы попали в десятку, а я именно так и полагаю, что именно я попала в десятку, потому что для меня важна была лидерская часть. Например, условия для продавцов, для консультантов, которые любят продавать, они теперь могут выигрывать поездки, путешествия, могут получать премии. А для любых людей, которые придут в компанию с серьезными намерениями зарабатывать серьезные деньги, есть возможность достаточно легко с разумными усилиями получить автомобиль от компании, получать серьезные премии до 750 тысяч рублей. Вот, считаю, это очень приятно. Такое доставляет кайф рассказывать о том, какой сегодня у нас маркетинг-план и какие возможности они дают каждому желающему достичь чего-либо, построить шаги грамотные, правильные, которые приносят результат уже с самого начала. Нужно только работать.
Мне понравилась премия за стабильность, которую можно удержать 9 месяцев. Самое любимое слово в компании – это «возможности». Именно разные возможности предоставляет компания. У меня есть два любимых слова, с которыми ассоциируется компания «Мейтан». Это мечта и вдохновение. Не случайно слоган компании «Мейтан навстречу мечте». И как доктор я точно знаю, что у каждого человека есть один орган, который не указан ни в одном медицинском справочнике. Это крылья. Просто у каждого они очень глубоко запрятаны, а кто-то не знает о их существовании. И моя личная миссия в компании заключается в том, чтобы помочь каждому человеку расправить эти крылья. У кого-то это получается быстрее, у кого-то медленнее, но каждый способен раскрыть эти крылья вместе с компанией «Мейтан». А наш обновленный маркетинг-план – это просто инструмент, который поможет расправить эти крылья. А если к этому еще добавить вдохновение? Компания «Мейтан» для меня, конечно, семья. Это огромная, большая семья. Возможности получать удовольствие от жизни, получать удовольствие от общения с интересными людьми и, в принципе, чувствовать себя счастливой. Это возможность работать с теми людьми, которых я люблю. Это возможность реализовать кучу своих идей, возможностей на благо людям. Это любовь с первого взгляда. Это удовольствие. Удовольствие во всем. Самореализоваться как лидер, как предприниматель. Компания дает финансовую стабильность. Я купила квартиру, я планирую купить машину. И я уверена, что с компанией «Мейтан» мои мечты сбудутся. А наша компания протягивает руку и говорит: я тебе даю шанс для реализации твоей мечты. Компания «Мейтан» для меня – это просто моя жизнь. Но для того, чтобы реализовать свои возможности, необходимо поверить прежде всего в себя и свои силы. От лидеров компании часто можно услышать слова, почти заклинания: «невозможное возможно», которые с особым чувством исполнил в своей песне Дима Билан, поздравляющий компанию с 9-летием в Барнауле. Как же без невозможного-то? Обязательно. Сами просили. Пожалуйста. Все возможное, возможно, свое точно. Компания «Мейтан» каждому протянет свою руку помощи и поддержки. Обучение технологиям, современным формам коммуникации и ведения бизнеса поможет в открытии представительства компании в любом городе. 10-летний успешный опыт, награды и бесчисленные благодарности тому подтверждение. Мы существуем 10 лет, у нас есть история, у нас есть огромное будущее. Я горжусь, что моей компании 10 лет. Я горжусь, что это компания, настоящая компания, в которой очень хочется работать. Это новый маркетинг-план и начало пути, перспектива. 10 лет компании «Мейтан» – это 10 лет роста и развития. Это 10 лет преодоления и счастья. 10 лет, которые мы вместе учились мечтать и строить цели. И абсолютно убеждена, с «Мейтан» мечты сбываются. Я уверена, что наша компания будет топовой компанией среди косметических сетевых компаний через несколько лет. Есть разные пути к вашей мечте, но многие из них ведут в компанию «Мейтан». И не случайно миссия компании звучит так: уважать и ценить мечту каждого человека, предлагая для ее реализации качественный продукт и успешный бизнес. Мечтайте, верьте в себя. А компания «Мейтан» приложит все усилия, чтобы на пути к мечте вы чувствовали поддержку сильного партнера. «Мейтан»!